Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по проекту Transvision. Проект успешно стартовал. Проект работает, проект платит. Админ умничка. Значит, все замечательно в этом проекте. Вход сюда, напоминаю, единоразово 200 рублей. Ну а выход уже больше 600 рублей. Значит, так вот он выглядит. У меня уже много видео по проекту, как бы, и создан плейлист. Значит, здесь вот, кто не здесь, срочно все сюда, ребят, потому что проект, ну, просто супер. Ну, здесь вот маркетинг можно посмотреть, видео много, вопросы-ответы, новости, группа ВКонтакте. Я же зайду в кабинет. Я сегодня только вот недавно открыла, как бы, компьютер, зашла. Меня, короче, я довольна. Мне две выплаты сегодня прилетело. Вот по 600 рублей. Это изумительно. Вот видите, 5. Вот сегодня 5 сентября. Вот у меня по 600 рублей две выплаты. Вот. Действуют переливы со всей структуры. Понимаете, не только от меня, но и от моих вышестоящих спонсоров. Вот. Значит, рефералы. Значит, здесь вот у меня активных 6, неактивных 7. И, ребят, просыпайтесь. Вход единоразово 200 рублей. Вы бы уже давно были в шоколаде. Чего вы спите, я не знаю. Значит, далее что? Вот здесь промо-материалы находятся. И находится наша партнерская ссылочка. Обратите внимание, вот наша партнерская ссылочка. У вас будет своя, а то некоторым не найти. И баннеры. Далее что? Давайте перейдем на почту. Смотрите, вот Payr у нас берет комиссию 594.35. Это было 3 часа назад. И 2 часа назад 594.35. Выплата, смотрите, с проекта Transvision. Так, и тут выплата с проекта Transvision. Но это не прелесть? Да, это супер прелесть. Я очень довольна. Так бы до каждого утра просыпаться. Редко заходить в компьютер. Так, значит, для тех, кто не знает, я еще хочу сказать вот что. Где искать рефералов, партнеров? У меня... Ну, я вам покажу на собственном опыте, где я беру, да? Так, сейчас. Так, подождите. Да, промо-материалы. Значит, баннер. Ага, сейчас я вам покажу, где я беру. Например, вот взять у меня вот такой бонусник, да, Альфа-БТЦ. Я вот сюда, у меня сейчас проект на предстарте, у меня здесь уже рекламка есть, где я вот беру, у меня... Нормально за ночь рефералов пришло. Значит, смотрите, нажимаю серфинг. Я на всякий случай оставлю вам ссылочку под видео. Это недорого, поверьте мне. Значит, вы, вот у вас открывается такое окно. Серфинг, и тут добавить свою рекламу. Нажимаю. Значит, ссылку. Так. Так, добавляем свою ссылочку. Сейчас я вам покажу ссылочку. Я вот сейчас буду при вас рекламку закину. Значит, берем с баннера. Вот здесь. Смотрите, вот я 468 на 60. Вот где кавычки заканчиваются, вот копируете вот такую свою ссылочку до кавычек. Поняли? Нажимаю копировать. Перехожу сюда, вставляю свою ссылку. У меня уже как бы, я подготовила как бы заранее. Так, вот. Видите, без кавычек, чтобы вот такая была. Далее я перехожу сюда. Так, описание, короткое описание. Так, вот у меня тут все подготовлено. Transvision, вход 200 рублей платит. Копирую это описание. Так, платит. Так, так. Попробовать написать выход. Хватит. А, так. Вы. Хо.
код 600 рублей. О, хватило мне места. Так, Transvision, вход 200, выход 600, платит. Ага, ошибочка, смотрите, грамотей. Платит. Так, 1000 просмотров ставлю. Время просмотра 5 секунд. Это сейчас я вам покажу, почему. Так, время просмотра 5 секунд. Значит, смотрите, это 0.007 рублей. Видите, сколько мало? Так, значит, VIP. Если хотите, это, смотрите, уже стоимость заказа без ничего. Просто за 1000 просмотров, если вы здесь ничего делать не будете, 7 рублей. Согласитесь, это недорого. Так ведь? Если вы поставите больше времени, то ну и цена будет 14. Так, я поставлю 5 секунд, потому что у меня будет реклама. Она пройдет 5 секунд и с переходом на сайт. Понимаете? Таймер закончится и сразу сайт открывается. Значит, можете VIP. Это чтобы ваш баннер первым стоял. Это еще плюс 0.005. Это уже 12 рублей. Так, последующий переход на сайт. Вот это вот мне интересно. Даже можно VIP не ставить. Так, да, еще денежка капнула. И просмотр в активном окне. Да, это все оплата здесь Payr. Смотрите, 28 рублей. Вот у меня сейчас проект, завтра старт-проект, вот здесь она у меня гуляет, как бы моя партнерская ссылочка. Значит, ну что, так, так, разместите свою рекламу, все, получите больше посетителей, ну-ну-ну. Так, все, я сделала, смотрите, 28 рублей. Так, заказать рекламу и оплатить. Все, ваш заказ принят и будет выполнен в автоматически после оплаты. Вот, 28 рублей. Ребят, согласитесь, это недорого. Так, оплатить Payr. Нажимаю рубли и дальше по схеме. Все, моя рекламка в работе, скажем так. Все. Значит, нажимаю серфинг. Сейчас посмотрим, даже есть она. Вот, пожалуйста, моя реклама. Время просмотра 5 секунд. Нажимаю. Сейчас нас перекинет. 5 секунд, смотрите. Вот она, моя рекламка. Сейчас я вставлю эту капчу. 9561. Нажимаю «Далее». И, пожалуйста, вот реклама. Регистрируйся, пожалуйста, добрый человек. Зарабатывай денежки. Вот. Понимаете? Вот регистрация. Даже нажму сейчас. Ой, и вот мой логин, Елена. Все замечательно. Реклама работает. Я считаю, за 28 рублей это недорого. Так что я оставлю ссылочку хотя бы вот на этот как бы бонусник, или как он тут называется. Вот. Пожалуйста, рекламируйте, приглашайте партнеров. Вход всего 200 рублей, а выход ого-го. Ну согласитесь, это супер. Проект работает, проект платит. Я не понимаю, почему вы... Ну вот у меня 7 неактивных человек. Чего думают люди, чего ждут? Ну что, в принципе, кто не здесь, пожалуйста, регистрируйтесь, оплачивайте вход, система автоматически вас все расставит и получайте денежки, приглашайте, и будет вам счастье. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.